Всем здравствуйте. Без 20:10. Очень опаздываю. Еду на станцию Домодедовская, там буду покупать билеты. Все, купил билет. Едем на бой. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, наконец-то увидел вживую, как говорится, решил познакомить, приехать лично. Александр из Чебоксар. Можно сказать, ваш тайный поклонник. Да. Константин, Костя. Александр. Очень приятно. Александр, а куда? А где самолет? Я сам вот только вас увидел, думаю, правильно иду, значит, правильное направление. Нет, мы сами неправильно идем, мы сами не знаем, где будет. Ясно. Здравствуйте. Светлана. Так. Да, я думаю, что сюда сейчас все узнаем, спросим. Через некоторый момент людей с камерами. Да, очень будет много, я думаю. Этажное здание. Подожди, а где здесь написано отбой? Пусть все-таки перископ выйти и людям объяснить, как дайте. Тут пересеть реально искать воду. А это организатор их не делает. Согласен. Я-то что, зарабатываю что ли что-то? Пусть организаторы осмотрели. А, насквозь. Насквозь? Мы там уже были. Меня отсюда послали. Боя не будет. Вы пьяны. Может, это специальная тайная техника Сергея Симонова, чтобы пока до 12 рыскали. Так, ну давайте я схожу, подождите. Корпус Б, В, Д. Покруче всяких квестов. Ну, сказали сюда, красное кирпичное здание. Хорошо, я тогда... Ну, это в час, да, начало? Ага, перенесли. Нет, 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 он сказал красное кирпичное здание, я так понимаю, вот это что ли спортзал. Здесь спортзал написано прям, да, сказал? Сейчас, секундочку. Я кроме красного кирпичного здания тут... Начало в час. В час уже? Так, вот скорее всего похоже на красное кирпичное. Ну, будем первыми, значит, я так понимаю. Ребят, короче, пробуждали полчаса. Вот сейчас, ребят. Подходим опять сюда, откуда есть мой путь. Дорогу начали. Ребят, можно вопрос? Здравствуйте. А как найти спортзал? Правильно? Не знаю. Вы сами не местные. А, вот. Я так предполагаю, вот он и есть. Спортивный клуб «Синергия». Нормально. Короче, перенесли на час. Я-то что не снимаю, но эксклюзив,
Ну, в крайнем случае, если не успеешь, я потом скину. Сейчас начнется кулешство. Вот, ребята, у меня эксклюзив, я снимаю, за него садились. Наверное, да? Виктория Викторовна. А уж у меня какой эксклюзив? Чебоксары обрадуются, увидев это. Надо было просто раньше приходить. Да, да, все очень просто. Чего вы все ушли? На прошлое это. Дорогу здесь начнем. Ну, как раз снимать со стороны будем. Да. Здравствуйте. Всем привет. Александр из Чебоксар. Пришел поболеть. Можно потом плакать? Да, спасибо. Можно. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Все, проходим. Говорят, бой перенесли на час. Ну, не в курсе? Охереть, не рвись Симонов руку, пожалуйста. Ты зафиксировал? Ну, конечно. Теперь не бой. Все. Мне тоже пожал руку, Симонов. Мне тоже Симонов пожал руку. Все. Алло. Вопрос. Будет ли бой с такой организацией? Считайте, бой состоялся. Руки друг другу пожали. Уже хорошо. Настрой, как говорится, положительный. Я понимаю, что хорошо пойдет. Мандраж есть, Сергей? Вообще нет. Нет? Нет, да. Отлично. Спокойно. Да я с Сергеем сейчас пообщался, вроде тоже так настроен, нормально. Совершенно как бы спокойно. Не видно мандража бывает, когда уже люди волнуются, сразу глаз бросаются. Город Чебоксары, огромный привет вам. Да, всем правда. Подписчикам. Добра и позитива. Кстати, да, я больше чем уверен, у вас там тоже есть подписчики, поклонники. Скорее всего. Город не маленький, так что... Да, знаю, Чебоксары. А вы сын сейчас по коленам? Да. Чебоксары, снег, наверное, по коленам? Нет, кстати, тоже все растаяло, да, такая погода, как и в Москве сейчас. Да? Вот, может быть, сейчас... Специально приехали, да, прям? Да, специально. Круто. У нас там, как получается, организуем такую небольшую свою сходку видеоблогеров, и вот я как бы сам выдвинулся и решил приехать, выснимать все. Я только недавно этим стал заниматься, сами эти камеры такая замечательная, китайская. Ну, хоть что-то. Нет, я думаю, будет интересно людям смотреть на это. Ну. Подожди, он светится, он когда он. Подожди, он по ложам шел, светился и завис над ними, а. Ну, скажи, как ты вообще? Ну, вообще. Это место. Не, я просто всех спрашивал, я ходил в каждое здание, там больше говоришь, где-то. Ань, ну скажи, ну как квест, да, как игра какая-то. Ну да, да. Но мы тоже искали. Половина там. Да, ну то есть там есть как бы. Да, контрагент. Ну я не знаю, я сюда как зритель пришел. Не знаю. Ваня, наверное, будет рад. Ну что за глупый вопрос? Бой-то будет, а? Нет, что здесь, не переодеты, я думал, ну, так а что, там кто-то открыл, что ли, наверху? Нет, так, народ собирается. Нас все больше и больше. Ты что без камеры, ты пальцы показываешь? Я говорю, что мне на камеру пальцы не показываешь?
Нормально все. Да, да. Народ уже собирается, что-то пора принять, передать там уже. Да, уже всем передали. Да, уже пообщались. Ну, еще раз можно. У всех хорошее позитивное настроение. Все улыбаются. То есть начать там кто-то еще будет драться. Здравствуйте, Александр Дорошов. Привет. Меня тоже зовут Александр. Очень я из города Чебоксары. Специально приехал посмотреть на бой, ну и заодно с вами пообщаться. Ну, а что вы будете здесь участвовать? Чебоксары, всем здорово. Да, Паша, привет тебе из Москвы, я там Дорошова. Вообще супер, спасибо большое. Да нет, еще пообщаемся, я думаю. Конечно. Тима в миниатюре. Вот так вот. Так, а это вот наша майка на сегодня. Им мой кайф. Я не смог мимо пройти. Так как мы с вами из одного города, да. Я из Чебоксар. Здорово. Спос Александр. Возможно, вы помните мой ник. Вот это будет такой. В общем, Мариан вас видит. Привет, Чебоксары. Я с самого южного района, на самом деле, всегда жила. Так, секунду, у меня МС звонит. Алло? Алло? Таблетки.
Здравствуйте, Георг, Жора из Америки. Да. Привет, вот. Александр из Чебоксар. Вообще очень приятно, что меня хоть кто-то узнал, мой маленький, мелкий говноблог. Очень даже интересно смотреть. Да, с удовольствием смотрю. Особенно последнее видео понравилось. Где, про Москву? Да, как вы приехали, как там рассказывают. А что же вы столько дизлайков подоставили тогда? Я нормально лайк поставил, мне понравилось. Ну там же из-за этих канистров все и началось, как будто бы это украли, все такое. Это же постановка была, правильно? Или это была правда? Это постановка. Все, это постановка. Поменяйте дизлайки на лайки, пожалуйста, по-братски, знаешь, да? Ясно. И еще одна просьба, передать привет Чебоксарам. Привет Чебоксарам. Да. Все, спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Приятно было пообщаться. Вот приносят пиццу. Он говорит, в Америке, если приносят пиццу, то все скидываются, там девчонки, парни, и платят. А в России даже ни одна девушка его очень обижала, что она даже не пытается. Он говорит, я не дам ей за себя заплатить, но она даже не попытается дать мне денег. А в Америке там кто-то не пытается дать девчонке деньги и сами дать. Это правда или это бред? Вот я ни разу не видел такого. Вот всегда в компании там страны скидываются за пиццу. Это же была закрыта, да, у нас? Да. А там не видно будет на этой карте. Фамилия, имя, отчество, вес, давай. Пантелейкин Евгений Михайлович. Сами мы не местные, из Красноярска приехали, живем. Собачку мы... говорящую посмотреть. Собачку говорящую пришли посмотреть. Истинно вам говорю, скоро земля налетит на небесную ось и полетит в тартарары. Да. Филипп Филиппович просил его не беспокоить. Все? Костя, ты отжимаешься? Отжимаюсь! Победы тебе желаю. Да ладно. Спасибо, Ладенька. Курлык, курлык. Потому что это шоу должно быть. Курлык. А это там уже наложено. Дыхни, пожалуйста. Не, вроде нормально. Не-не-не, коньячку. Жень, коньячку. А, давай. Нельзя. Короче, Михалыч мне пухнул. Мне дыхнул, говорю. Все нормально, этот прошел допинг-контроль. Допускай тебя к бою, молодец. Спасибо, Саша. Спасибо. Ребята, сейчас Саша номер скажу. 8. Поднимите руки, кто за Симонова. Тяжело. А вообще, знаете, имя, фамилия, Апахенко Симонова? Знаете, нет, или он безызвестный какой-то? Филимон? Филимон. Ладно, помимо этой пары у нас сегодня будет на разогреве еще два боя. И имя, фамилия наших бойцов – это Дмитрий Соленый, Артем Соленко, Валя Алибасов и Иван Кинзо. И буквально через 5 минут мы начнем наше мероприятие. Вот. И мне говорили по поводу нички, которые я не верю. И еще говорили, что достаточно люди, так называемые, наши русские, мы указывают участников, потому что зрители могут выбрать на сцену. Можно познакомиться? Итак, я жду на сцене Евгения Пантелейкина и Сергея Симонова. Слышно, вас первым, что ли? Нет, надо представить. Камеру. В общем, еще одна камера есть, если нужна, могу поделиться. У нас есть голубушка. Евгений Пантелейкин, Сергей Симонов, вылазит на эту сцену. Ребята, давайте подождем вас. Потурный аплодисмент! Нет, тебя повторять смысла никакого. Давай я с другого угла зайду. Так, там включается GoPro-шки, вы не подумайте, что... Колесо пройтись. Колесо. Давай. Я упаду. Сайте делать. Михалыч, делай шоу. Ребят, давайте сделаем шума. Шум, мне надо шум.
Я думаю, можно много, очень много говорить, ребят. Я надеюсь, сейчас вы не будете драться. Давайте мы попозже дождемся шоу, когда вы наденете капы. Может быть, бандажи какие-то. И ребята сегодня решили драться в стиле ММА. Это значит полный контакт. Они будут работать локтями, коленями. Они будут работать с внушающими, с ногами. Они, самое главное, будут работать с душой. С душой, да. С чьей-то душой сегодня точно поработают. И давайте, может быть, битву взглядов сделаем, ребят. Вы знаете, там подходят вот так вот и друг напротив друга стоят. Давайте подойдем. Ближе. Не провоцируй. Не подходит там вот такое расстояние. Ребят, битва взглядов, когда 10 сантиметров между лицами. Чего вы встали за полкилометра? Давайте шоу делайте. О! О! Отлично. Буквально рукой оттолкнул от себя. Подождите, подождите, давайте со зрителями сделаем. На счет три покричим. Раз, два, три. Отлично. И ребята спускаются с ринга. Давайте поаплодируем. Нету. А почему в кавычках? Ну, потому что не на мой вкус. Слушай, ну в каблуках она была бы интереснее, да? И я надеюсь, я всех из вас Дайте музыку в зал! И бой заканчивается техническим нокаутом. Победа выиграла. Боец в красном углу. Собрано. И хоп, сразу отвечаем.
Да, да, блошки. Блоки сразу ответ. Хорошо, еще, еще. У барина неплохие лоуки, я хочу... Колено, колено. Оп, одно колено. Оп. Прихваты разрешены. Начинай с ручек. Запрещено. И лоу садим, лоу. Оп, хорошо. Заметили, еще. Российские карды лоуки, очень много ударов. Барин. Еще. Лежит на тебя, отойди, колено вставь. И колено, колено, колено. О, хорошо. И не заканчивай. Сразу же мидл после колена. О, отлично. Хороший, хороший лоу-кик был. Парень хоть и размашисто бьет руками, но если такой один удар прилетит в голову Ивана, то... Начинай сериями работать. Оп, колено, колено. Оп, хорошо. Оп, хорошо. Ивану не надо бороться с Барри. У Барри намного больше вес. Очень много сил у вас потеряет в борьбе. Еще. Раунд. Нам будет три раунда, все, концовочка. Я готов. Бой! Внутренний, внутренний, начни с внутренним. Оп, хорошо. И ручки сразу. Оп. Оп, отлично. Хорошо. Оп, собрано. Хорошо, хорошо, Вань. Все, заканчиваю последний раунд. Отлично. И колено. Оп, отлично. Еще оп. Оп. Оп, отлично. Вроде как только один из четырех ударов зашел. Остальные были заблокированы. Оп, отлично. Сбив добавь такой. Очень размашистый удар. Наказывай его до конца. Хорошо. Колено встать на тебя идет. Оп, хорошо. Еще колено. Давай, 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 давай колено. Оп, отлично, печень пробил. Еще, еще. Давай 10 секунд концовка, 10 секунд. Последние 10 секунд еще, покажи Барри. Хорошо, еще. Молодец, отлично. Это бою одерживает. Боец в каком углу? Интрига, интрига, судьи держат ее до конца. В синем углу. Варя Алибаса поддерживает победу по очкам. Может быть, разница в опыте, может быть, весовая категория сыграла роль. Через 5 минут мы начнем то шоу, ради которого пришли сюда все. Усимонова Сергея канал. И у нас будет драться Сергей Симонов и Евгений Пантелейкин. Попроси у белого, белого. Белого воду покупал. Своими камерами загораживает обзор нашим зрителям. О, о, Женя, давай. Молодец. Ребят, помогите у нас. Ребята, давайте, давайте камеры подготовим. Сейчас судья проверит. Так. Где тут? Так, ты у меня заказывал, да? Ты у меня повторюшку заказывал, да? Все, ладно, сейчас сделаю. Ведущий рубанет со штуку. Ребята,
Ребят, во мне просто энергия бушует. Я не могу держать эмоции. Мужик, я тебе пожелаю удачи. Давай, я надеюсь, все будет четко и гладко. Я тоже пожелаю удачи. Давай, все будет круто. Бой будет равный. На равных условиях, по крайней мере. И пошла, пошла цыганка, вы посмотрите на нее. Я хочу услышать зрителей, которые пришли болеть за бойца в синем углу. Подними руку. Теперь боец в красном углу. Кто пришел болеть за него? Нет, по-моему, как-то на равных, да? Так, музыку тише. Сейчас судья скажет какое-то наставление. Ребят, сходите. Поехали. Не суетись, Денис, спокойно, спокойно. Борьба удушающая идет, ребята. Вырвется ли он из удушающего или нет? Вырвется ли из удушающего? На... О, ничего себе! С такой шеей, конечно, прям задушит. Не суетись, руки собраны! Не суетись, спокойно, Женя! Потихонечку, лоу! Ну, держи руки, не веди! Держи руки! Держи, поддавливай! Иди, поддавливай! Держи руки! Иди, 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 еще! Собрано, спокойно, Женя, спокойно! Иди, иди, держи руки и бей, отвечай! Давай своим джебом, давай! Щит! Щит, внимательно! Щит! Оп! Оу! Арена! 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 Ручки собраны, Женя, собрани. Подавлен, спокойно, Женя, спокойно. Спокойно. Потихонечку подавлен, Женя, потихонечку подавлен. Давай, давай, Женя, иди, иди, подавлен. Все хорошо, он знал тоже. Иди, 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 иди. Лоу! Эй! Иди, иди, потихонечку, джебом, джебом, иди к нему. Сокращай дистанцию, руки только держи. Руки держи. Иди, иди, к нему, к нему, потихонечку, иди, нависай. Иди, нависай, иди, только к нему. Еще, иди. Иди джебом, иди к нему, руки держать. Иди, 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 дави. Обрезай углы. Обрезай углы. Спокойно, Женя, спокойно! Дави! Дави, 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 дави! Дави, иди, 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 потихоньку! Да? Ну, Женя, собрано, собрано! Подали, иди, иди, иди! Держи ручки, держи! Лоу! О! Ой, молодец! Еще лоу пройдет! Внимательно, внимательно, ручки, лоу! Ручки собраны! Держи! Ай, хорош! Держать ручки, держать, Женя! Лады! 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 Ребята, уже взрослые, легкотка у них не к черту. Ребята по углам откачивают кислорода. По-моему, бой идет на равных, вы так считаете? Да! Почему бы это пропускать?
Собр, не понял? Руки не так, ни на что не глядись, руки не глядись. Они только левый и правый лоб, и все. Понял? Не ведись на него. Ну я привыкну, не будет все заходить, а? Хорошо. Нравится мне это все, а? А вам нравится зрители? Отлично. Ну что, раз еще раз поделим участников в красном углу. Участникам в синем углу. Сень, подойди. Сень, ко мне. Отлично. Последний раунд. Какой раунд? А всего? Три. Мне кажется, сейчас начнется битва. Битва поклонников, буквально звуковая. Спокойно, Женя. Не надо суеты. Джебом надо. Некуда пошел. Поддавливать не надо. Иди поддавливай. Канатом поддавливай. Ой, хорошо! Не лети! Не лети, говорю! Не лети, Михалыч! Спокойно, не надо суеты! Еще попадешь, Михалыч, еще, только не лети! Не лети! Эй, хорошо! Поднимай джебом! Это не дело. Джебом надо поднимать. Это уже... Материться. Материться нельзя. Вообще не разговаривать, понял? Разговаривать нельзя. Алло. Судья делал замечание за оскорбление соперника. Алло. Руслан, да, идет, давай, Руслан, покарам, все хорошо. И я попрошу зрителей никаких нецензурных выкриков не делать. Женя, уважительно. Без слов. Здесь собрались интеллигентные люди, иди, дави! Бьют друг другу лица. Иди, дави, Женя! Не ведись! Ножки держать, держать руки! Не веди, спокойно, дави, только джеб и лоб, больше ничего. Руки держи, почему ты руки опускаешь? О, хорошо, и к нему. Все хорошо, давайте нос выйдем. Нос и после этого продолжим бой. Я здесь выйду. Михалыч, не ко мне. Михаил, на меня посмотри. Не торопись. Спокойно иди. Попадаешь, зачем ты начинаешь много потом? Судья не останавливает бой, и участники не сдаются, потому что это всего лишь кровотечение, это не нокдаун, не нокдаун. Ребята до сих пор стоят на своем и хотят победить. И кровотечение, я думаю, ребятам абсолютно не страшно. Но она все-таки мешает. Может попасть в глаза. Он отдыхает. Кровь может попасть в глаза, и это будет мешать нормально проводить бой. Руками иди. Михалыч! Нейтральный угол! Рефери! Судья! Нейтральный угол! Может ему воды еще дадут попить? Стоп! Не-не-не, все нормально. Небольшое замечание сделал судья тренером. Все хорошо. Бойцом красному углу, потому что давали ему подсказки, потому что нечестно.
Ребята стоят за лет тренировок, не могут слышать подсказки, не могут попить воды, они могут просто дышать, и вот одному из них обрабатывают нос. Насколько мы поняли, что нос целый, товарищи медики. И буквально мы сейчас остановим кровотечение, может быть, ваты, бинтом каким-то, и продолжим бой. Собрано, не отводи, ни на что. И бой продолжается под ваши крики, аплодисменты. Руки собраны, зачем две бросаем? И отвечай. Бэк, смотри, руки держи. Лоу, дай. Хорош. Еще лоу. Правый. Иди, Михаил, красавец. Иди, поджимай. Иди, дави, Михаил. Эй, хорошо, пробил. Еще. Вот здесь, хорошо, давай. В угол дави. Эй, хорошо. Вот так вот, Дженни, молодец. Эй, хорошо. Отлично, поддали. Держать руки! Михаил, руки держать! Эй! Давай! К нему, Женя, к нему! Поддавлю! Эй! Руки собраны! Лоу! Здесь лоу! Бить, Серега, бить! Ну стоять плотно стоять, сказал! Лоу! Лоу бей! Эй! Подали! Молодец, Женя! Нормально, это просто это. Зрители, вы готовы смотреть третий, заключительный раунд! Терпеть, Жень! Поехали, ребят! Без суеты, Жека! Хочу заметить, что вы посильнее вас, что такое слушники. Руки держатся! Подавлю, все хорошо, Женя. Стоять, Женя, стоять, Ло! Он вижу, он сейчас лево туда пристрелит. Эй! Руки держать, Женя! Руки держать, дави, подавлю, иди, не жди, сам, иди. Закройся вообще, не ведись, потом ударишь, после его удара. Женя, стоять! Дави, Женя! И бэк! Дави, Жека! Давай, подступи, пошел, обрезай углы, ой, попал, вылоу, эй, хорошо, Не пропускайте в лицо, руки закрой в момент удара. У нас осталось полторы минуты до конца матча. Руки закрой. Покричим, ребята! Давай!
Зрители кричат спокойной ночи. Давайте. Давай, давай! Давай, Женя! Давай, вставай, Михаил, встань! Это просто вынос ринга! Симонов, мне кажется, побеждает в этом бою! Евгений Пантелейки, давайте поаплодируем ему за то, что он вышел на этот ринг. Ребята, давайте поддержим Евгения Пантелейки на аплодисменты. А можно музыку чуть тише? Я хочу обратить ваше внимание, ребят. Парни не встречались где-то в подворотне. Они цивилизованным путем решили выйти как нормальные люди на ринг. И по правилам... Навалять друг другу по лицу, у них это получилось, по-моему, получилось довольно-таки эффектно, как вы видели уже. И мне кажется, этим ребятам обоим надо поаплодировать. Надеюсь, цивилизованных людей в нашей стране будет огромное количество. Если у вас есть какие-то споры с кем угодно, идите на ринг, в зал, берите перчатки, капы. Не надо там вот этих подворотней всякие, непонятные разборки, это все детские лепят. Вот, просто цивилизованные мужчины вышли там, показали, как это делать. Берите пример с ним. Ребята, заслуживают ваших аплодисментов. Оба на ногах, оба на ринге. И победил Сергей Симонов. Михалыч! И буквально, может, через полчаса молодец! Вы сможете с ребятами болтать. Михалыч, тебя так пожать руку. Но, молодец вообще. Я за тебя болел. Я считаю, что Да, вообще красиво. Ну что, ребят, как впечатление? Михалыч молодец. Молодец, немного не дотянул просто, да, пропустил один удар всего на. Я не ожидал, что так долго все продлится, но... Он же, по-моему, Симонов рассек лицо. Да, рассек лицо. Нет, как бы оба достойно очень. Ну, сейчас вот все увидели, что это был не фейк, а настоящий. Да. А я даже... Они как мужики вышли, прямо уважаю, вот обоих. Как бы Симонов... Согласен. Они мужики настоящие. Бой был такой хороший. Спасибо. Иван, можно пару секунд? Самый знаменитый, известный, легенда Ютуба, Панамас. Не самый известный. Ну, я говорю, что самый, потому что, собственно говоря, когда первый ролик смотрел в Ютубе, который был с ним российских блогеров, один из первых этот ролик был. Я сам еще боксер, меня зовут Александр. Можно вас поприветствовать? Можно. Отлично. Привет, городу Чебоксары, знаю такой город, слышал. Не был, но слышал. Побываете, наверное, еще? Спасибо большое, удачи. Должно чтобы понять, что ты мужик. Вот вы, ребята! Вот вы! И дело в
что нас всех здесь собрали. Женя, ты реванш хотел для Шилова? Да Шилов тебе-то... Ты лично реванш? Ты лично хотел реванш сделать, да? Через 3 месяца. Красава, увожу там. А Шилову у меня больше никаких вопросов нет. Давай, Костя. Ребят, я думаю, поаплодируем ребятам за то, что они... Горизонтным образом решает драки. И вручу награду. Да, это изделие сделано специально для боя. Это хрустальная перчатка. Она хочется подарить чемпиону здесь. Именно написано. Это противостоянство. Это Сергей. Но было бы несправедливо Женя такой же. Сделать подарок и моему оппоненту. Здесь написано «Сильному духу». Молодцы, ребят! Спасибо огромное. Я не знаю, ребят, кто из вас сомневался в том, что это была постанова там или еще. Я думаю, мы развеяли ваши мечты и какие-то там, не знаю, иллюзии, да, то, что это была какая-то шляпа. Все, кажется, это было более чем. Достойно, достойно. Нормально все. Поэтому... Мужики. Да. На ваших лицах все написано. Ребят, не надо драться за гаражами, как говорили. Деритесь на ринге, развивайтесь, там, занимайтесь спортом. Ребята показали вам правильный пример. Поаплодируем. Спасибо вам большое. Там контактный номер мой запишите, пожалуйста. 8-925-423-79-70. Пришел чайку попить. Евгений Пантелейкин. Спасибо. Второй этаж, там вы увидите боксерский клуб «Росомаха». Ну, зайди, посмотри. «Росомаха». Да, да, неврологическую надо, потому что после сотрясения он с левой стороны это, глазно, ну, не видит, он уже мут у него. Да, да. Просто Костя, да? Костя. Ну давай. Кто у нас там еще остался? Я остался. Давай. Не, я хочу. Давай. А сколько человек-то было? Никто не знает. Что-то было, наверное. Больше, да? Больше. Человек 200 было, да. Все, все. Я дома мыться буду, Вик. Я сейчас не буду мыться. С прошедшим вас, с днем рождения. Да. А я уже чувствую, мне тянет. Я не доставал. А можно для Чебоксар? Да, вот так. Просто, да? Да. Для Чебоксар. Для Чебоксар. 13-е, 12-е. Все, спасибо огромное. Да, все, спасибо вам. Так, ну что, все, все там, да, закончили? Мне сам там конце. Все, короче. Здесь. А сейчас концентрация снижена, расплывается. Была скорая, но они уехали. Снимать не буду. Михалычу вызвали скорую. Иди сюда, стало плохо с боем. Все, бой закончился. Михалыч прилетел очень сильно. Сейчас вызвали скорую, вы сами видели. Бой был очень интересный. Бились они, конечно, прям по-настоящему. Никакой подставы не было, никаких там розыгрышей или еще что-то. Все было по-честному. Ну, выиграл сильнейший. Поздравляю, Сергей Симонов. Ладно, всем пока. До встречи. До свидания.